Добро пожаловать на программу «Рассвет пробуждения». Я ее ведущий Гермес Фалькао-младший. Сегодняшняя программа будет особенной. Вы услышите продолжение свидетельства епископа Уильямса, бывшего сатаниста, которого Иисус освободил силой Святого Духа. Он родился свыше и сейчас служит епископом и проповедует Евангелие многим людям. В прошлый раз мы остановились на том, как Господь дал ему сон. Его свидетельство вдохновит вас, если вы верите о спасении своей семьи и друзей. Оставайтесь с нами до конца, потому что в конце я буду молиться за вас. А сейчас мы перейдем к сильному свидетельству, которое повлияет на вашу жизнь. Мне приснился сон.

И a... я все еще занимался черной магией. Люди поклонялись там, и я And увидел дверь, огромную дверь, сделанную из золота. Но я видел не очень четко, потому что там был очень яркий свет. И я вошел туда со всеми теми людьми. А затем красивый голос сказал мне, Уильямс, ты не можешь здесь оставаться. Это место не для тебя. <связывая> Он сказал, тебе нужно вниз. Потом я оказался в очень старом городе. Не знаю, видели ли вы фильм Константин, но я оказался именно в таком месте, в очень старом городе, в котором все люди уже умерли. Дальше все тоже было очень сильно похоже на фильм Константин. Затем ко мне подошел демон. А еще я видел множество людей, которые только что прибыли в то темное место. Демон сказал, что эти люди прибыли в Ад. Это место было Адам, но это было скорее похоже на очень старый город, в котором постоянно кричали люди. Затем демон сказал, все прибывшие становитесь в очередь, теперь вы принадлежите этому месту, и вы моя родня. В том городе я увидел всех моих покойных родственников и многих из тех, кого я знал на земле. Anitojo E eu sabia que eu não estava em um lugar muito bom. I I e aí ele falou assim: oh, chegou, Eu, eu, eu assim, como que eu faço para sair daqui? Ele falou assim: para você sair daqui, você tem que passar pela fornalha de fogo. Se você não conseguir passar, sua alma queimará eternamente. E eu perguntei: como que Тогда я спросил, как я могу покинуть это место. И он ответил, чтобы покинуть это место, ты должен пройти через огненную печь. Если ты не сможешь ее пройти, твоя душа останется здесь навсегда. И я проснулся, и у меня началась глубокая депрессия. Три месяца я не выходил из комнаты. И вы так и вы так, ничего не и, не поняли? и не поняли? Нет, я, я не мог, не мог не ничего понять. It. Запершись в комнате, я пытался покончить Демон с собой. Демон сказал мне, «Уильямс, тебе не место на земле, ты должен быть с нами. Моя мама находилась в соседней комнате. У нее появилось чувство досады и дискомфорта. И она мне рассказала об этом. Затем демон сказал мне, «Убей себя». И я взял револьвер и попытался убить себя. Но в это самое время Дух Святой говорил моей маме, «Зайди в комнату к сыну, зайди в комнату к сыну». <связывая> Когда мама все же вошла в мою комнату, во мне был целый легион демонов. <связывая> мама сказала, не делай этого, сынок. А демон сказал через меня, он не твой сын. Para expulsar aqueles demônios, minha mãe ficou 12 horas para expulsar as legiões que estavam dentro do demônio. E minha mãe começou a impedir esses demônios e expulsar os demônios de fora de mim. demônios 12 horas. Porque uma legião se expulsa, você tem que saber quem é o clã, quem é o cabeça desta legião. Minha mãe não sabia, minha mãe era nova convertida, ficou 12 horas a casa completamente destruída. Mother, Моя мама не знала, кто был главным в том легионе, потому что она была новообращенной христианкой. Дом был разрушен. Мама кричала, Бог, смилуйся, я больше не могу это терпеть. Позже она рассказала мне, что увидела огонь Святого Духа. Огонь вошел в ту комнату, и там же явилась слава Божья. И в тот момент я получил полную свободу. Аллилуйя, слава Иисусу. Затем я сказал маме, что хочу познакомиться с этим Иисусом. И слава Богу, сегодня человек, не знавший Бога, и ненавидевший верующих, живет с Ним. Я часто использовал колдовство, чтобы вредить пасторам. А сейчас я и сам пастор. Вся слава Богу. Слава Богу. Аллилуйя. Это так круто. Ваше свидетельство очень вдохновляющее. Оно дарит надежду нашим зрителям. Если Иисус мог спасти вас, вы ненавидели христианство. Ненавидели пасторов и были вовлечены в полную противоположность христианства. Есть свет и тьма, и вы были на стороне тьмы. Вы активно участвовали во всем этом. Если Иисус смог спасти и освободить вас, и даже сделать из вас пастора, то это дает надежду надежду нашим зрителям, которые молятся за своих родных и близких, за сына или дочь. Они далеки от Бога, и ситуация кажется безнадежной. Но во Христе надежда есть всегда. Вы не могли сказать что-то ободряющее для тех, кто верит о спасении своих близких. Да, конечно. Я хочу обратиться ко всем вам. Верите в Бога, способного на невозможное. Мой случай был невозможным с человеческой точки зрения. Но мама продолжила молиться за меня и верить, что однажды я стану христианином. Если Бог вытянул меня из черной магии и забрал от Бога по имени Люцифер, то вы должны знать нечто очень важное. Когда Бог действует, никто не может остановить его. Аллилуйя. Аллилуйя! Молитва праведного может очень многое. Сегодня я здесь благодаря Богу и благодаря молитве моей мамы. Аллилуйя. И я хочу сказать вам что-то очень важное. Не переставайте молиться. Дьявол ничего не сможет с этим поделать. Особенно во время этого карантина, дьявол пытается еще больше распространить оккультизм. Он все делает для того, чтобы so вы подумали, что наш отец Яхве оставил нас. Но не переживайте, ваше чудо уже близко, и однажды вы скажете, я и мой дом будут служить Господу Богу. Аллилуйя. Через мою жизнь Бог сделал 40 черных магов, служителями Иисуса Христа. Аллилуйя! Аллилуйя. Будьте оптимистом, а не пессимистом. Верьте во всемогущего Бога. Milagre Аминь. Ваше чудо аллилуйя. придет к вам, аллилуйя. Ваш брак изменится, а ваш сын получит свободу от наркотиков. Аминь. And, and, Аминь. Аминь. Que no nada. Es espíritu, de Dios, linda. Продолжайте молиться, я знаю, о чем я говорю. Раньше у меня ничего не было, сейчас у меня есть Дух Святой и прекрасная семья. Слава Господу! Прекрасное свидетельство. Очень хорошо. Так хорошо было услышать об этом. А я еще хотел спросить вас. Привели ли вы к Господу тех людей, которые занимались черной магией? Но вы уже ответили. 40 человек, которые занимались черной магией. Друзья мои, что бы ни происходило в вашей жизни, когда в ней появляется Иисус, то неважно, какой у вас день. Какое его имя, какой ранг и сколько у него силы, неважно кто это. Когда Иисус приходит в своей силе и славе, весь ад должен склониться перед ним, потому что ему принадлежит вся слава, сила и власть. Я чувствую сейчас помазание Святого Духа, и скоро мы будем молиться. Поэтому можете уже сейчас писать нам свои молитвенные просьбы. Я прошу пастора Уильямса помолиться за них. Я тоже буду молиться. Я знаю, что Бог будет двигаться. Мы приближаемся к такому времени, когда во многих странах, а особенно в Америке, будут отмечать праздник Хэллоуин. В Бразилии он называется Днем Ведьм. У нас не так много времени, я бы хотел больше уделить его молитве, но я все же попрошу пастора Уильямса очень коротко рассказать о том, каким был его Хэллоуин, когда он был сатанистом. Очень коротко, пожалуйста. Да? Культура Хэллоуина? Содержит в себе элементы сатанизма, черной магии и оккультизма. И это не игрушки. Я не шучу и не играю с вашими эмоциями. Когда вы наряжаетесь puro, или надеваете костюм ведьмы or, like, и чего-то подобного, то тем самым вы соглашаетесь с тем, что вы дочь или сын сатаны. Satanás está fazendo um, um trabalho nas nações, falando que isso é cultural, mas não é cultural. Tudo tem uma ação demoníaca por trás disso. Onde que nós podemos ver que crianças somem? So, uh, a satana abmanece as pessoas, dizendo que isso é apenas um elemento da cultura. É apenas uma coisa cultural, uma celebração cultural. Mas você sabe que não é, porque... Это лишь культура или просто праздник, но это не так, потому что в это время исчезает множество детей. Есть такой демон, который любит сладости. Этот демон приносит бунт, суицидальные мысли и депрессию. Ele está até mesmo entrando nas igrejas e trazer uma... Satanás ele... начинает потихоньку пробираться ele... в церковь. Eles trabalham com uma com cultura, com uma com visão. Nós temos que mostrar uma coisa inocente para não trazer escândalo. O eles têm sua estratégia. Vamos mostrar que tudo isso é muito

Да, Сатана говорит, сделаем вид, что это что-то наивное и невинное, чтобы никто не поднимал шум. И вот когда приходит время, этот демон начинает просить сладости. В Бразилии это происходит 12 октября. Это праздник этого демона. Quando a pessoa cultua é, Halloween ou que seja, outras coisas, ela está, mesmo na sua inocência, na sua cultura, ela. И я знаю, о чем я говорю, потому что я занимался сатанизмом. Когда человек, ничего не подозревая, празднует Хэллоуин и подобные вещи, он воздает тем самым почести Люциферу и другим демоническим существам. А сатана обманывает целые страны, говоря, что грех это не проблема, это просто часть культуры, и в этом нет ничего плохого. К сожалению, дьявол мог обмануть множество людей такими уловками. Как Хэллоуин. И если вы празднуете Хэллоуин или позволяете вашим детям праздновать его, ваши дети окажутся в плену у дьявола. Это очень опасно. Послушайте, дьявол делает родителей слепыми. Он лишает их духовного зрения. The parents. Это важно, потому что родители несут ответственность за своих детей. Ребенок не может сам купить себе все эти вещи. все это делают родители. Потому что когда ребенку покупают все эти костюмы и тому подобное, это все происходит только с подачи или с разрешения родителей. Que os pais colocar essas coisas nas mãos delas right. certo eu quero, eu quero falar algo muito importante isso não é normal no mundo espiritual é, são portas são portas e quando você abre uma legalidade você abre uma porta e, e nesse tempo nesse período as portas são abertas e quando as portas são abertas são abertas um demônio adota um filho Да, послушайте внимательно то, что я сейчас скажу. В это время, на Хэллоуин, открываются двери в духовную сферу. И пока двери открыты, демоны могут стать отцами всех этих детей. Não é brincadeira, muitas crianças são presas porque os pais, infelizmente, não enxergam o mundo espiritual e o mundo espiritual existe. И я говорю вам это, потому что многие дети станут таким образом пленниками сатаны, потому что их родители слепы и не видят всего этого. Услышьте меня, духовный мир реален. Это не шутка. Это что-то весьма серьезное и реальное. И поэтому я говорю вам все это. Аминь. Слава Богу, мы снова в студии. Мы будем молиться за вас. Я верю, что это свидетельство коснулось вашего сердца. Вы услышали, как Бог ответил на молитву мамы этого человека. Она постоянно ходатайствовала за него перед Богом. Она молилась за его спасение и освобождение. Не пренебрегайте силой своей молитвы. А сейчас я хотел бы помолиться за вас всех, чтобы Господь укрепил вас, и вы могли молиться в силе и власти имени Иисуса. Я верю, что мы увидим спасение, чудеса и великое Божье благоволение. Давайте будем молиться и вместе верить Господу. Отец во имя Иисуса, мы молимся за всех, кто смотрит нас сейчас. Я также молюсь за тех, кто верит в спасение своих близких. Ободри их, Господь, укрепи их, прикоснись к ним изнутри, и пусть сила Господня будет на них. Совершай свои чудеса, проявляй благоволение и силу во имя Иисуса. Отец, мы благодарим Тебя за Твое избавление и обеспечение, за Твое спасение, которое приходит в дома людей, прославляя имя Иисуса Христа. Спасибо за ответ во имя Иисуса. Аминь. Продолжение этого интервью вы увидите в нашем следующем выпуске. Я верю, что это свидетельство очень сильно вдохновит вас. Поэтому не пропустите нашу следующую программу. Это будет круто. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал и следить за нашими новостями в социальных сетях. Так вы всегда будете на связи с нами и будете благословлены от этого. Будьте благословенны и увидимся в следующей программе. Здравствуйте, друзья! Надеюсь, эта программа является благословением для вас и вашей семьи. Если вы были благословенны ей, или пережили какое-то чудо, или услышали учение, которое укрепило вашу веру, то я рекомендую вам посеять финансовое семя. Именно благодаря таким же людям, как вы, Которые любят это служение, эта программа остается в эфире. У вас есть возможность сделать свой вклад и стать нашим партнером. Позвоните в колл-центр ТБН и сообщите им, что вы хотите поддержать ее своими финансами. Так вы сможете взяться за руки с нами и с каналом ТБН. И мы вместе будем нести Евангелие. Поэтому сделайте это сегодня. Позвоните в колл-центр и сделайте пожертвование. Пусть Бог благословит вас. Мы любим вас. До следующей программы. Божьих вам благословений.